Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Жизнь прекрасна». С вами Айша Тухаева. Клянусь зарею, клянусь 10 ночами. Такими словами в Коране описаны 10 ночей и 10 дней месяца Зульхиджа. Передают, что пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал: «Из всех дней этого мира это самые лучшие 10 дней». А вот почему, вы узнаете, посмотрев сюжет. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, говорил, что это лучшие дни на этом свете, и благие дела, совершенные именно в эти дни, приносят максимальную пользу мусульманину уже на этом свете. 10 дней Зульхиджа, первая декада месяца, во время которого миллионы мусульман совершают хадж. В их число входит и день Арафа, когда совершается ритуал стояния на горе Арафа, часть одного из обязательных столпов ислама – хаджа, а также день Курбана-Байрам. Абу Дарда, да будет Аллах им доволен, призывал к соблюдению поста 10 дней Зульхиджа, делать много дуа, раскаиваться о своих грехах, раздавать садака милостину, поскольку посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил: «Горе тому, кто лишил самого себя благодати 10 дней Зульхиджа, особенно 9-го дня, поскольку соблюдение поста в этот день кроется неисчислимыми блага для мусульман». В эти дни нам нужно проявить усердие в благодеяниях, чтобы достойно запастись добрыми делами для вечной жизни. День Арафа. За совершение благих поступков в этот день вознаграждение увеличивается многократно. В этот день тоже желательно соблюдать пост, а еще возносить мольбы к Аллаху о том благу, чего желает сердце. Есть хадис, согласно которому самое лучшее дуа – это дуа в день Арафа. Соблюдение поста в день Арафа является настоятельной суммой для мусульман, кроме паломника. В хадисе пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям, говорится: «Соблюдение поста в день Арафа приравнивается 2 годам поста, а день Ашура – воздаянию 1 года». Одним из самых значимых праздников в исламе является праздник Курбан-Байрам. В этот день пост уже не соблюдают. Наоборот, навещают родственников и стараются порадовать близких подарками и добрыми делами. Да поможет нам Всевышний извлечь максимальную пользу из этих дней и ночей, ведь это самое любимое и самое дорогое для Аллаха время.